Спасибо. Но я просто решила, что когда мне будет 40 и мне обвиснут сиськи, я буду радиофизиком. Буду работать по специальности. Кусок ляжки пошел. Вообще, работа, которая мне приносит удовольствие, это вокал, музыка, написание песен, танцы, пляски, все дела. Кто? Кто это, малыниха? У меня есть группа, да. Ее собрала я. Раньше она называлась группа Pringles. Вот. Опа! В прошлом году мы участвовали в национальном отборе Евровидения. Мы дошли только до полуфинала. Смотрим мои 3 минутки позора. Я решила поменять музыку, ну и вообще, ну вот я хочу немножко сначала начать. X-Factor для меня — это шанс быть услышанной и показать свои песни. Знаешь, не хотелось бы их записывать и складывать там куда-то в стол, в тумбочку. Эй, привет! Здрасте, привет, привет! Ну что, Ань, я-то голосовал за вас на отборе Евровидения, даже отправлял там смс-ки, короче. Иди сюда. А, вытащите каштонности? Каштонности я люблю. Это мои, это я просто принес похвастаться. Я из дому вот взял с серванта все, что у меня было самое дорогое, принес сюда, поставил, пускай все видят. Так, Андрій Бідняков точно знает секрет успеху. Лише запитай. Андрій. Секрет успеха. Выходишь на сцену и круто поешь. Okay. Все, я это у тебя... Ты что ж ты меня хочешь все время за руку подержать? Ты тепленький просто. А, я еще тепленький. Беги, классно выступи и давай уже в тренировочный лагерь там. Не туда. Здравствуйте. 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 Меня дня. Зовут Аня Корсун. А где-то я вас видел. Вы где-то принимали участие? На Евровидении 2016. А, вы из Харькова? Да. Правильно? Там стильно, модно, молодежно было. Да, я помню. Очень мне понравилось туда. Спасибо большое. Что ты будешь петь сегодня? Я буду петь сегодня свою песню, называется она «Обе и мы». Уже очень много людей засыпалось на авторских песнях, потому что авторская песня отвлекает внимание, например, мое, как автора, на авторство песни. Я думаю, тут вариант, когда можно... Можно, да? Да. Я слышал вашу авторскую музыку. Спасибо большое. Давайте. Пусть, правда. Мне нужна пара секундочек, чтобы выпустить дыхание. Такая штука, всегда волнуешься, никак не можешь к этому привыкнуть. Знаем такое. И смотри, смотри, у него подбородок крутится. Малая, давай.
подарю. Аня, я считаю, что нужно давать дорогу людям, которые хотят открыться, хотят показывать свой талант. Тут ты же понимаешь, что ты немножко сумасшедшая, и это прекрасно. Это круто, я говорю тебе да. Анечка, ну мені було занадто всього, занадто рухів оцих всіх. Але ви сама по собі цікава. Все. Я кажу вам так. Все. Да, ну случилось то, чого я боялся. Вот ви одна здесь, мені показались абсолютно отдельной от музики. Я думаю, что это было бы уместно в рамках какого-то фестиваля, знаете, где сзади вас поддерживает крутая сценография, экран, видеоряд. Но несмотря на то, что вы у меня не сложились, вы очень интересны. И я скажу вам да. Аня, я очень рад, что вы пишете сами. И тоже мне хотелось бы, чтобы вам X-Factor все-таки помог. Я говорю вам да. Спасибо большое. Спасибо, до встречи. Добро пожаловать в семью. Эти сентиментальные тут уже просто. Молодец. Смотри, как переживали за тебя. Я тебя поздравляю, увидимся в тренировочном лагере. Спасибо, пока. Я так переволновалась, что сейчас у меня чувство умиротворенности и релакса. Вот.